В Ульяновске прошла первомайская демонстрация. В ней приняли участие губернатор Сергей Морозов, члены правительства области, депутаты законодательного собрания, руководство города Ульяновска, представители трудовых коллективов и общественных организаций, а также члены регионального отделения «Единой России». Всего около 10 тысяч человек. Участники шествия прошли от площади 30-летия Победы по улице Гончарова и Ленина до здания администрации Ульяновской области. Завершилось праздничное шествие митингом за достойные рабочие места и заработную плату.